Всем привет! Рассмотрим гитарный процессор Boss JT10. В данном процессоре представлено большое количество различных эффектов, эмуляции усилителей, встроен фразовый лупер и также присутствуют две параллельные цепочки эффектов. Давайте рассмотрим его подробнее. Первый регулятор отвечает за мастер-громкость процессора. Джойстик, который отвечает за переключение между различными типами усилителей, эффектов, кнопки включения различных эффектов и регуляторы настройки параметров эффектов. Включение тюнера, кнопка Display Mode, которая меняет отображение информации на дисплее, и блок, который отвечает за сохранение эффектов. Фразовый лупер, также две педали служат для переключения между банками. При удержании мы попадаем в фразовый лупер. В правой части процессора присутствует педаль экспрессии, которая работает в разных режимах. И в нижней части процессора присутствует 6 назначаемых педалей. Вход для подключения гитары, выходы как в режиме стерео, так и в режиме моно, вход для подключения наушников и посыл-возврат. Amp-Control, вход для подключения педалей экспрессии, разъем USB, цифровой выход, MIDI вход и выход, кнопка включения процессора и разъем для подключения блока питания, который входит в комплект. В данном видео мы используем гитару Korg Aero Custom, комбик Bugera 333XL и снимаем звук микрофоном Shure SM57. А теперь перейдем к рассмотрению различных эффектов и типов усилителей. Начнем с компрессора. Звук без компрессора. И теперь с компрессором. Включим ОДЭ. Добавим гейну. Поменяем тип перегруза. Теперь перейдем к блоку преамп. Thank you.
Включим эквалайзер. Теперь рассмотрим дилейчик. Посмотрим хорус. Включим ревербератор. Сменим режим реверберации. А теперь давайте рассмотрим некоторые встроенные пресеты. Thank you.
Thank you.